Приехали на место, ждем рассвета. Сегодня у нас по плану охота на рябчика. Двигаемся потихоньку. Уже можно посвистеть. Вон там тетерев кричит. Рыбок. Первого взял на этом месте. Рябчик есть, но он что-то не отвлекается. А тут место такое мало, слишком расстояние стрелять. Тут метров 15. Такой лес очень частый. Так, иду обратно, ну и нафиг туда лезть, там ноги сломаешь. Сейчас выйду на дорожку и зайду в лес, и краем леса пойду. Бескрайние просторы. Туда он идет. Надо, чтобы он сюда сел. Примерно вот в эти березки. Вот в эти. Ну подожду, попробую. Thank you.
второго не получилось. Сначала все хорошо, пока камеру включал, он упорхнул. Да, места отличные. Ягода вон есть. Время к 9, а Ини так и не хочет сходить, он с травы. Что-то как отрезало все еще, ветер поднялся. Вот место рябчиковое, вот ручей бежит. Из-за ветра, может. Может, просто не хочет. Сейчас только если наступишь на него, тогда. Короче, собираюсь домой. Кружочек прогулялся. От одного рябчика взял. Один, как говорил, неудачно сел. Камеру эту пока включил. Он меня, видать, заметил, свинтил. В другое место переезжал. Пока по полю ехал, тетерку согнал. Короче, в лес зашел, на пенечек сел, в манок посвистел. И что-то поворачиваюсь так. И косач на дереве сидел, как он не улетел, не знаю. В сторону куда-то, туда в лес сорвался. Ну сейчас ветрище, листва падает с березы, ничего, наверное, не будет, это все.